Истец просит компенсации за неудачную операцию. Ответчик иск не признает. Пожалуйста, Анна Максимовна, слушаем вас. Ваша честь, я требую, чтобы этот человек, вот этот вот гад, он выплатил мне все 300 тысяч морального ущерба и еще 44 тысячи 800 рублей по поводу моего здоровья. Вот эти вот деньги, которые я потратила и которые мне нужны для продолжения лечения. Чем причинен вред? В чем вообще вся суть? Мы были любовниками на протяжении 3 лет. Чего? Вот. И за это время так случилось в моей жизни, что... Ответчик молчит во время допроса истца. Что я была вынуждена сделать 3 аборта. В общем, произошло таким образом. Первый год, когда мы встречались, все было прекрасно, замечательно. Я рассчитывала на семью, и мы строили планы, и так получилось, что я забеременела. Я очень обрадовалась этому. Он мне говорил о том, что мы хотим детей, что нужно строить семью. Я в один из наших вечеров сказала ему о том, что у нас будет ребенок. И напоролась на очень холодную реакцию, и в этот момент он меня ошарашил тем, что он женат. И оказалось, что он целый год мне врал. И заставил меня сделать аборт. Да я не мог себя заставить сделать аборт. Ответчик. Наставил на том, что заставил, потому что он меня уговаривал очень долго, очень быстро. Он практически в ближайшее время, там в 3 дня, он нашел 50 тысяч, сбросил мне их на карту. Я его очень любила в этот момент и решила сделать так, как, считала, что мой мужчина, он вроде бы как должен вести меня в правильном направлении. Он мне говорил о том, что я уйду от жены, что она меня не держит. Я во всем старалась быть лучше его жены. Я готовила ему самые вкусные блюда, каждый раз новые. Я выучила, как он любит... то есть все про него практически. Я подстраивалась как могла, только чтобы быть лучше, чтобы он ушел ко мне. Я любила его действительно. И спустя какое-то время я опять забеременела. Понимаете, он мне все время говорил о том, что мы будем вместе, у нас будут дети, обязательно. Я разведусь, все будет хорошо, от чего там? У вас уже был такой первый, при первом аборте был такой неприятный опыт с ответчиком. Второй-то зачем тогда? Почему не предохранялись-то? Вот именно. Вы уже после первого аборта поняли, что ему от вас дети не нужны. Чуть не увязочка. Я надеялась, искренне надеялась на семью и на детей, правда. Я очень хотела от него детей, и... И рожали бы тогда, зачем аборты делали? Потому что он меня уговаривал на это. Я решила, что я делаю этот аборт и больше, прерываю с ним любые отношения, я больше не буду с этим молодым человеком. Так. Вот, и мы расстались. Я ему сказала об этом, я отключила телефон, и, в общем, никаким образом мы месяц или два, в общем, мы не виделись, и я старалась всячески начать новую жизнь, забыть о нем, поменяла род деятельности, такого плана. А потом он всячески пытался меня найти, он приезжал ко мне домой, он стоял под подъездом, и в итоге он приволок огромнейший букет роз и говорил о том, что давай, мы будем все-таки вместе, я люблю тебя, пожалуйста. И я как дура опять повелась на все эти вещи, потому что очень красиво он это все делал. Ущерб здоровью в чем выразился? В том, что после 3-го аборта... там была какая ситуация. Я в третьей беременности уже не говорила ему, я пошла прямо к его жене. Я пришла, сказала о том, что я состою в отношениях с ее мужем, уже сделала 2 аборта, и о том, что эту ситуацию нужно каким-то образом решать. Зачем ты она выставила, меня за дверь и сказала о том, что Дима все решит. Вы рассчитывали на что? Что она вам скажет, рожайте ребенка, вместе воспитаем? Я хотела посмотреть на ее реакцию. Да, я хотела понять, знает ли она о том, что ее муж со мной встречался все это время и вообще про наши отношения. Я так понимаю, она не знала? Нет. Потому что этого не было. Нет, она не знала. Она выставила меня за дверь и сказала, что мы поговорим, и он все скажет. В итоге, спустя 3 дня, он просто везде меня заблокировал. Я не могла к нему ни дозвониться, ничего, никаким образом не дописаться.
Ну, в общем, мне пришлось сделать аборт по ряду причин. Пришлось сделать третий аборт, и этот аборт был с жуткими осложнениями. Я 3 месяца лежала в больнице, потратила очень много денег на то, чтобы, ну, каким-то образом меня подняли после этого всего. Ну, не суть. Я считаю, что в данный момент не одна я должна отвечать за эти, за все то, что произошло. Я считаю, что он тоже должен понести определенное наказание. И эти 300 тысяч – это самое маленькое, что он может сделать. И вообще, впредь мне сказали врачи, что по диагнозу я больше не могу иметь детей. Вот, поэтому мою жизнь он разрушил, а со своей стороны пусть заплатит хотя бы вот, хотя бы деньгами. Ваша позиция понятна, судом. Ответчик, слушаю вас. Ваша честь, это наглость, которую я могу видеть, наверное, только в суде. А дело в том, что я хочу предъявить встречный иск. Вот эта девушка. Вы его просто уже заявили о денежных средствах, которые вы якобы передали истцу в долг. Что за денежные средства? Конечно, в долг. Это все есть у меня в документе. Я переводил этой девушке деньги по ее просьбе. В качестве чего? Ну, по ее просьбе она просто просила на шубу. Она, по-моему, хотела купить шубу, кстати, да. Нет, подожди, эту девушку я знаю по работе. Я открывал просто объект, и она на этом объекте занималась проектом там вытяжки. Вот и все. Я пересекался с ней несколько раз. Какие вытяжки? Да я с ним никаким образом не пересекаюсь по работе вообще. Да что ты говоришь? И по душевной доброте я пошел навстречу. У нас деловые отношения, мы, в принципе, устные зачастую договоры заключаем. Ну, переведи, пожалуйста, я перевел. И мы договорились устно, что она потом, как появятся деньги, она вернет. Я по всему видел, что она успешно просто мой коллега. Как ты можешь все это говорить, Дима? Я говорю то, как было. И, Ваша честь, разрешите, да я было, ну, просто вот от себя скажу свое мнение. К абортам этой дамы я не имею никаких отношений. Это просто моя коллега, еще раз повторюсь. Но решение о том, оставлять ребенка или нет, всегда принимает женщина. И мужчина на это повлиять не может. Может. Это, да как он повлияет на это? Скажи мне, ответственность, пожалуйста. Причем... Ответственность за свои действия мужчина может нести? Конечно, может, но я еще раз повторюсь. Мне кажется, он должен нести. И решение, на мой взгляд, сохранять ребенка или нет, должны принимать оба родителя будущего. Вот она пусть и принимает с тем родителем, от которого она была беременна. Я тут ни при чем. У кого свидетель просто... заявлен? У меня. У вас? Да. Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца в зал. Свидетель истца, войдите. Добрый день, представьтесь. Здравствуйте. Тишкевич Софья Сергеевна. Вы являетесь знакомой истца? Да, это моя подруга. Подруга. Ответчик вам известен? Да, он мне известен. Откуда? Тебе известен? У меня своя частная гостиница в Сочи. А они и Дима летом в 2017 году останавливались у меня. Может, между ничего? Прочим, все имеется в книге учета посетителей. Да не первый раз. Мы ездили с тобой летом отдыхать в Сочи. Так, блин, с тобой нет свечек, не мешают суду допрашивать свидетеля. Дима очень скрытный. Он запрещал Ане знакомить его со всеми ее друзьями. Поэтому мы с ней скрыли тот факт, что мы с ней дружим, что мы вместе учились в институте. Но я все видела. Я видела, как этот козел использует мою подругу. Сражение, выбирайте свидетель. Извините. Я видела, как он использует мою подругу, как он ей пользуется. И я знала, что этот женатый никогда не разведется своей женой, что он также будет доставлять вред Аньке. И я говорила все Аньке, но она меня не слушала. Она влюбилась в этого гада и... У вас в журнале что? Что за актриса? Ваша честь, где она ее нашла? Запись проживания истца и ответчика? Да, все имеется. Да это просто книжка, мне любой может написать там как какие-то... Я говорила Аньке, бросай его, либо рожай. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Первоначальный иск о возмещении материального и морального вреда в связи с причинением вреда здоровью оставить без удовлетворения. Во встречном иске о взыскании денежных средств, предоставленных в качестве займа, также отказать. Суд отказывает истице в возмещении материальных расходов, вызванных неудачным искусственным прерыванием беременности, потому что расходы на лечение и восстановление здоровья возмещает лицо, виновное в причинении вреда здоровью.
в соответствии с общими правилами, а именно частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настаивание ответчика на необходимости аборта ни к чему истицу не обязывали. Решение о прерывании беременности истица, будучи в здравом уме и рассудке, принимала сама. Письменное согласие на аборт в медицинском учреждении она давала лично. Поэтому суд вам в иске отказывает, поскольку виновных действий ответчика здесь не установлено. А морально-этические нормы поведения в данном случае законом не регулируются. Также суд отказывает во встречном иске и не взыскивает с ответчицы денежные средства, которые от истца поступили на банковский счет, на банковский счет ответчицы по встречному иску, потому что суду не представлено доказательств того, что эти средства предоставлялись с обязательством возврата. Поэтому суд не признает отношения между истцом и ответчицей договором займа, и в данном требовании ответчик вам отказывает. Научитесь выбирать мужчин достойных, которые осознают последствия своих действий. Вообще, да, она сказки сочиняет. Ваша честь, а что же мне делать теперь? Дело закрыто. Пыталась просто взыскать деньги, но... Прошу всех встать. А как ты еще? Переводы, которые делал, это не доказательство? Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Я не знаю, что делать, правда. И я даже денег не смогла с него поиметь. Я своей жене никогда не изменял, на самом деле. И меня удивляют такие ситуации, когда в порядке вещей, на основании каких-то сказок, с мужика хотят поиметь денег. Если у него они есть, то можно их вытащить, что ли? Прикольно.